Сказано было маскироваться. Все должен я обдумать. Опасаюсь ты спины. Эта ведьма узнать их может запросто. И план мой полетит вверх тормашками. Посмотрим. Эспинетта! О, моя Эспина, послушайте, нужна мне. Да, но вы не нужны мне. Речь о пользе твоей. Какая польза? Что может предложить старик девице? Говорит он ниже. Это я-то? Да, коль будешь любезна. А что вам нужно? За золото, пожалуй. Ты его получишь, мне же верность нужна. Вот что, послушай. Обе твои хозяйки с женихами простились. Мама. Так вот, чтобы их утешить хоть немного и вышибить клин клином, как говорится, способ найти должна ты слегка расположить их к двум приятным персонам. Ну что ж, пожалуй, предложили мне по вкусу. Где ж господа? Вон там, а можно их пустить? Пожалуй, да. Я, друзья, хочу представить вас прелестнейшей Эспине. От нее зависит ныне ваш секретный договор. С утром, что я целую, мне откроет Oh!
Как мы гостим, сестренка, что нам делать?